Ковры любых размеров, форм со всевозможными узорами, свои отечественные, made in Казахстан. Балтик Стиль уже сейчас на оборудовании, не имеющем аналогов в республике, может выпускать ежегодно свыше 2 миллионов квадратных метров ковровых изделий. Пока продукт не на 100% казахстанского содержания, но эта проблема скоро будет решена. Сырьем является полипропилен, это нефтопродукт. То есть в Казахстане строится сейчас завод, на Западном Казахстане. В ближайшее время запустится, поэтому мы надеемся, что продукт будет полностью на 100% с местного сырья и казахстанского содержания. Уже во втором полугодии 2014 года будет запущена крутильно-предельная фабрика, которая позволит обеспечить сырьем все предприятие «Балтик Стиль». Это еще и 150 рабочих мест, хотя с кадрами на фабрике пока напряженка. У нас главная цель – обеспечить предприятие местными кадрами. У нас нет специалистов, необходимых производству. Но мы учим, приглашаем иностранных специалистов, которые готовят профессиональных работников для нашей фабрики. 20-летний Хасан Алаутинов отучился на инженера-технолога текстильного производства в местном университете. Но когда устроился на фабрику, понял, что еще много чего должен узнать, чтобы стать профессионалом своего дела. Здесь почти, можно сказать, я с нуля начал. Это станки приведены из Турции, турецкая технология полностью. И как бы я с нуля все начал. Начиная вот, я начал сам с задней части. Там целью является, например, если уже бобины начинают уменьшаться, надо их быстрее менять. Потому что если они закончатся, уже в ковре появляются линии. Пока и дизайнеры на фабрике иностранные, но на стажировку отправили местных и планируют, что к концу реализации бизнес-проекта в 2016 году все 610 рабочих мест займут отечественные кадры, а производственная мощность фабрики позволит обеспечить ковровыми изделиями Казахстан на 50%, при этом еще и экспортируя южноказахстанские текстильные товары за рубеж. Виталий Мантров, Амантай Уэльбек, Константин Калашников, информационная служба телекомпании «Отырар».